кто куда, а мы сегодня отмечаем День всех влюбленных в мед. Смотрите, все сходится. 14 февраля, и он сладкий, нежный, заботливый, с терпким характером, а главное, на любой вкус. Ах, не сдерживайте себя в этот день. Любите мед всем сердцем. Ощущайте его запах, пробуйте на вкус. Посмотрите, какой он красивый. Мы сегодня тоже хотим признаться в любви городу Березники и всем жителям Березников. Хотел бы сказать и напомнить, что на протяжении 5 лет мы посещаем этот город, привозим свой замечательный товар, башкирский мед, и не только. То есть продажи также есть и подсолнечное масло натуральное деревенское, конфетюр и натуральные продукты пчеловодства. Каждый сорт меда как маленькая сладкая история любви. Гречишный, томный, коричневатый, рубинового цвета. В нем особенно много железа. Хотите поправить здоровье и привести себя в тонус? Лучшего продукта не найдете? Мед с маточным молочком густой, светлый, укрепляет, омолаживает, нормализует обменные процессы организма, улучшает зрение и память. Ну как его можно не любить? Целебные свойства любого меда бесценны. Кстати, вы не забыли, что это неделя безудержного веселья и масленичных гуляний? Совместите приятное с полезным. Приготовьте любимым вкусные валентинки, румяные блинчики с душистым башкирским медом. Люблю мед, признаюсь. Я люблю мед. Ну вот, даже мужская половина человечества не в силах усмирить свои пылкие чувства к меду. Девушки, берите на заметку, скоро 23 февраля. Для мужского здоровья и не только мужчинам, то есть детям и взрослым, я посоветую мед с пергой. Это один из самых полезнейших медов, считается. То есть в нем содержатся все необходимые микроэлементы, витамины, необходимые для здоровья. Полезно для мужского здоровья, полезно всем спортсменам. Сейчас низкие температуры очень, да, мед с прополисом посоветую. Он убивает все бактерии во рту, в горле, то есть когда беспокоит застарелый кашель или болит горло, нужно принимать именно мед с прополисом. Толпы поклонников скажут, он самый лучший и самый любимый мед пасеки Кучаевых. Хотите объект своего желания аж в тройном экземпляре? В честь Дня влюбленных и это возможно. При покупке 2 килограммов щедрая пасека Кучаевых дарит покупателям целый килограмм меда в подарок. Поэтому не откладывайте. Летите на крыльях любви в торговый центр Orange Mall. Выставка меда будет ждать вас с 14 по 22 февраля. Вера Андреева, Дмитрий Воронышкин. Новости на ТНТ.